Я ученик учебного центра Дата. Сегодня мы проходили 7 на 4 сегмент дисплей. Если вы спросите, почему он называется 7 на 4 сегмент дисплей, потому что здесь 4 дисплея, и один из них называется 7 сегмент дисплей, потому что их здесь 7, называется 7 на 4. Сегодня я сделал цифры от 1 до 8. Они говорят, они работают через одну секунду. Первую секунду горит один, так до восьми. Мы проходим язык программирования C++ на 5-м месяце. С помощью этого языка программирования мы управляем этими проектами. Эти проекты вам могут приносить удовольствие, но еще можете запрограммировать их еще на что-то другое. Я научился всему этому, приходя сюда. Но если бы я сюда не приходил, я бы ничего такого не знал. Потому что я даже сейчас не знаю, что будет в будущем. Буду радовать еще большими проектами.